Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичи смогут экономить до 30 минут благодаря воду БКЛ. Ввод большой кольцевой линии московского метрополитена позволит горожанам экономить на поездках в среднем до 30 минут. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «Мосинжпроект» Александр Горностаев на Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби. По его словам, после завершения всех работ новая кольцевая линия станет самой протяженной в мире. На данный момент это один из самых крупных проектов, реализуемых в области метростроения. Отмечается, что основная тема выставочного стенда компании будет посвящена именно строительству этого важного объекта транспортной инфраструктуры столицы. На этом у меня пока все, а больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!